Всем привет! Итак, функции управления вашим личным островом. Я специально убрал сверху заголовок игры, чтобы было понятно, видно. Вот, у нас есть вверху такая кнопочка «Управлять». Нажимаем ее и смотрим, какие функции у нас есть. Дать название, то бишь сменить. Освободить остров, это то бишь... убрать все. Давайте сейчас посмотрим, к чему это может привести. Освобождая остров, вы потеряете все построенные здания и склад, но можете занять остров в другом месте. Вы уверены, что хотите продолжить? Нет, конечно. Вот, предупреждение есть, уже работает. Уже хорошо. Вот, дальше. У нас есть высадить пленных. Давайте с этим сейчас подробно разберемся. Высадить пленных, это у нас прибавляется рабочий ресурс. За экипаж высадить, я знаю, что за одну единицу экипажа дают 10 очков рабочего ресурса. Это вот этот вот на наш рабочий ресурс. За пленных не знаю сколько, уже проверяйте сами. Вот, но эта функция есть. Вот, высадить пленных, это если у вас в трюме есть пленные какие-то, недостаточно пленники, да, в трюме корабля, то вы можете их обменять на рабочий ресурс самого острова. Вот. Но еще не забудьте дополнение к тому. Смотрите, это у нас склад. Вы можете хранить любые товары и даже оставлять пленных на складе. Тут они будут под присмотром. То бишь вы... Вам не нужны пачки, это пока очки, вот, ресурсов, да? Вы спокойно приезжаете, высаживаете сюда пленных, они тут хранятся, все отлично, все нормально, все работает, вот. Потом, когда очки вам понадобятся, не хватает, да, для чего-то, спокойно в трюм выкидывайте, либо оттуда используйте. Не знаю точно, как работает, ребят, пока не разобрался. Но функция уже есть. То бишь... Это в трюм корабля выкидывайте их со склада и используйте, меняйте на очки. Давайте посмотрим, как у нас работает высадить экипаж плюс рабочий ресурс. Ну, давайте, вот наемники есть, 54 наемника, смотрим. Один наемник, это 10 ресурсов, да? У меня сейчас 735, вот. Мы, давайте, 5 штук обменяем, должно быть плюс 50. Продолжаем. Раз. Появились очки. Все. Поскольку ваша, так сказать, команда, та, которая и должна быть в порту, и та, которая с вами на корабле, она всегда с вами. Да, то же самое, как боеприпасы. Вот. Они всегда с вами. То же самое, как боеприпасы. Вот. Все с этим нормально. Вы просто берете и меняете спокойно на это дело. Вот. Дальше... У нас идет восстановить ресурс за монеты. Честно, вот, монеты ни в коем случае не перепутать. Это не золотые монеты, которые игровая валюта. Это монеты, которые донатные. Будьте очень внимательны. Потому что у меня было и 30 вот этого рабочего ресурса. Он мне предлагал 257 монет. И сейчас 785 все равно предлагает 257 монет. Давайте теперь это даже проверим. Так, сейчас еще наемников обменяем. Ну, вот так вот еще добавим. 1055, да? И теперь смотрим за монеты. Все равно 257. Монеты – это то, что донатные монеты. Ни в коем случае не перепутайте. Это, еще раз повторяю, это не валюта, которая золотая, которую вы зарабатываете, игровая. Это монеты, которые покупная за реальные деньги. Будьте очень внимательны. Ну, в принципе, надеюсь, понятно все объяснил. И вы уже будете внимательны к тому или иному. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.